Рецепт классической итальянской кухни. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Смешайте масло и сахарную пудру. Добавьте яйца и продолжайте смешивать. Добавьте муку, смешанную с химическими дрожжами, затем мускатный орех и ваниль. Добавьте миндаль и перемешайте. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Поместите полученную смесь в кондитерский мешок и сформируйте колбаски на противне, покрытом кулинарной бумагой. Поместите в духовку, предварительно разогретой до 200 градусов Цельсия, примерно на 15-20 минут. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Необходимые ингредиенты. Масло 150 грамм, сахар 350 грамм, яйца 200 грамм, соль 4 грамма, ваниль 4 грамма, мускатный орех 4 грамма, дрожжи 4 грамма, мюка 450 грамм, миндаль 225 грамм. Количество порций. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Люблю вас, друзья, жду снова.